очень много. Очень-очень много. Мне Ольга вчера рассказывала, что были отрезок на Лаунтенталь, они вроде ехали, что 10 километров приходилось ехать, чтобы косуль не сбить. Они очень все... много, кабана очень много. И косуль много. Тут тоже разделяется, короче, вот смотри. Получается, вот если у тебя лес свой, да, он типа твой, да? И звери, которые живут в нем, они твои. Вот. И ты можешь как бы вот... А ты не охотник, ты можешь свой лес сдать в аренду охотнику, типа. Я не знаю, да, я не знаю. И, в общем, должна быть, как бы, как сказать-то, ну, не должно быть дисбаланса. Должно быть определенное количество зверей, чтобы они не схавали твой лес. Потому что вчера мы ехали, где-то пакеты видели, кто-то спросил, что за пакеты стоят. Не пакеты, тут в трубах, да? Ну, это пакет с поликарбоната, пакет такие. Короче, он потом разлаживается через определенное, ну, поняли, да, что я имею в виду? Ломается, как получается. И получается, в этом пакете саженец растет. И саженец дорастает, то есть кабану не ест деревья. То есть кабану пофигу, он не ест. А туда садят, допустим, вот есть леса много, где садят это, кто она? Лиственница. Короче, каждое дерево стоит своих денег. То есть, когда вот они инвестируют деньги в посадки, то есть одно же быстрее растет, другое, ну, как дольше растет. То есть ценные, неценные вот эти вот породы дерева. Они тоже также контролируют, что садить вот эти лесохозяйства, да, какую лес, ну, как, ну, какую деревосину они хотят получить. И получается, вот этот пакет, в пакет садят саженец. Он же по годам там быстро-быстро растет, а потом медленно растет. И то есть получается, высота пакета сделана так, чтобы косуля не могла макушку откусить. Потому что если макушку откусить там у елки, да, то есть уже все дерево, ну, испорчено. И как бы вот эти вот, кто садит вот эти деревья, они борются с этими вот, ну, с косулей. Нет, с охотниками, что охотники должны не дать размножиться там, ну, то есть, если охоты не будет, это зверей будет еще больше, чем они есть. А у фермеров проблема с кабанами, потому что перепахивают кукурузные поля. Есть регионы, где ты едешь, и прямо поле кукурузное, оно электропастухом огорожено, что это самое, ну, да, чтобы кабан не испортил поле. А у меня знакомый, он кроликов держал и договорился с фермером, ему разрешил початки ходить собирать. И он ему сказал, не заходи только вглубь, чтобы тебя кабаны не съели. Потому что кабан как бы, ну, может вдалеке, ну, сидеть там, жить в поле. Кабан очень хитрое и умное животное. Часть вторая, Бина Транс. Поехали в магазин Бина Транс. Пчеловодческий магазин. Денис, пчеловодческий магазин. Сейчас котик уже тоже? Нет. Жик. Маша Кляни, пропаганда видео. Пыльца. Пыльца 1 килограмм. 28,80 евро. Перга. 500 грамм 32 евро. Прополис. А вот эту крышку еще, да? Там еще сегодня. А вот это прогенетик. Прогенетик можно еще. Я не читал, там и есть. Да есть? А где такая есть лучше? Тут не вообще такие, никакой нет. А вот это есть? Нет. Спорный, он
Дания, это Дания. Вот это я тоже куплю. Я что-то кажу, Тидлер, Винефельд, пишет и Бухля втроем, как с авторством. Вторую? Ну такое же, типа, ну только название другое. Бери, все. Книжки. О, давай. Кинай. Скажи, что я положу, а потом только уже дай. Так, а что-то еще есть про банку? Это, да? Не бог, я ничего не вижу. А, елка. Больше ничего не вижу. Ну эти две, это вот эти передвижки. Дымарчик. 2.40. Дымарчик, он купи себе. На брелок. Он еще же светится, нет? Нет. Тот не светится? Да, этот не светится. А где-то мой брелок. Какой брелок? Тут видишь, я про брелок, там какой брелок. Потом позвонил, там, как брелок. Сам он говорит. Свечи. Формы. По кругу пробьюсь. Ливницы. Кепочки смотрим. А кепочки тоже прикольные. Можешь взять пока? Да. Кепочки с этими. А что здесь написано? Я. О, я тоже. Мне нужны киллеры. Пчелы мое хобби. Это что они здесь? Люблю природу. Почему киллеры? Ну, 10 евро, 11 евро. А? 10 или 11 евро. Мне тоже они нужны. А литочки тебе не нужны? А где литки, кстати, да? А, кремовалка. Сколько стоит? 40 евро, да, кремовал? Или нет? Нет. Это вот это сама стоит. 40. Кремовалка 600. Вот, да-да-да. То я просто туда глянул там. Все, это сам. Смотри, Ваня, сними литки. А я сейчас потрогаю. Литня, которая не пропускает. Да. Матка проходит, а трути нет. 1,10, да? Нет, 45. 45. А, 45. Мы можем заказать по 30, придут. Если по ниточку что-то надо. А то вот смотри, какие приходят матки из Германии, клеточки. Такие. Такие. Позапросим, были белые были. Такие, да. Вот, вот эти у меня были, вот эти у меня были. Да. В Германии. Остальное мы купим все в цели. И польские. В цели? А вот никотовские. Вот никотовские тоже. Ага, клеточки. Юма, это тут много у меня. Маток метки. Смотри, меточки. Я хотел. Ну ладно. Две метки маток хочу вещей. У клеточки. О, вот это мне надо. Сейчас подожди, его надо посмотреть, какой он хороший. Вот клеточка для мана. Да, вот это я искал. Я тоже хочу купить. Бери. Нет, я посмотрю, как вот это я искал. Помнишь, это я заказывал? Да, да. Для метки маток. Сейчас купим. Эти плохие, если не берите. А где брать? На выставке. Мы точно вот, это, вот эта пуговка, если маленькая вот эта вот, то она политку плохо берет. Угу. А если это, ну как бы магнит лучше получается, приклеиваться. Сейчас я в машине покажу. Ну решили. Короче, не берем. Вот клей, вот это политки. Вот это что за клейзница? Вот это чисто немецкое, это точно я знаю. И какие лучше здесь? Вот эти. О, вот с этими точно в литки пролазить. Вот те. А это? Вот этими я клеил нынче. Вот, вот он желтый. Который... Никот, это Никот оригинал? 57 евро, да. А где Джентер оригинал? Вот, наверное. Нет. Нет. А ЕВК почем? 16.70. Ё-моё, прикольно. Есть, да? Сейчас зафойду. Вот для метки маток штучка. Это вот все отсюда до туда вот. 12-13 евро. Это сколько, Денис, быстро? 13. Ого. Да я понял, на 35 умножить, да. А вот, кстати, есть металл такие. Есть металл, а плохо, нет, это пальцы режешь. Пальцы режешь, я купил ты время. И пальцы все изрезал. А это тоже клеточка, это бигуди. Сейчас, сейчас, сейчас. Я трубка для метки маток. Был Франц, магазин. Магазин Франц. Вот еще трубка. В смысле, трубок он сколько для метки маток? Очень много. Решетки, решетки. Это все удалители. Удалители. А вот уже готовый. Иди, Денис, смотри, готовый сот.
сотбанку. Пчелам остается только залить медом. Это штучный? Денис, как ты думаешь, это штучный? Так ты спроси. Я ж не спрошу. Это штучный сот? Давай, пока. Это пчелы это строили. Образец. Давай, пока. Это пчелы строили. Это образец. Они просто... Это когда в ванну, в крышу не, делаешь, чтобы заливать. Не, я знаю. Просто сейчас же немцы делают... Пчелоудалитель, как бы... это евро 80 такой стоит? Пчел? Да, можно дешевле купить. Евро 30 могу найти. А это что? Фейбекинг. Удалители тоже. Тоже? А, это как дыры, какая-то, дыры да. Дыры светятся. Да, и... да, да, да. Видишь, круглый. Это как металлический вот пчелоудалитель. Вот пчелоудалитель. Ящик для ВК? Да. Транспортировочный ящик. Транспорт 52. Да я просто не могу все. Вот у меня глаза. У меня глаза разбегаются. Смотри, это. Не знаю, что снимать. На островах, которые, да? Да. Краска. Это лак обычный или краска? Это держатели. Бигуди. Это у нас 50. Это опалитки, клей. Клей. Ну мы все на выставке, да, значит? Шпатель. Женя, а какой реально крутой шпатель? Свенти? Их нету. Таких нету, их воруют, их убрали отсюда, потому что воруют. Они сильно дорогие? 28 евро, как пойду. Это подделка. А это все не катит, да? Имитация, да. Китайская. А вот это что такое? Тоже имитация. А тут написано для левши или для правши? А, зеленый для правши, желтый для... Зеленый для левши, желтый для правши, да? Это для правши, да? А левых нету, да? Мне один заказали для так, левой руки. Никот есть. Это они нас... тут не лежат, но они есть. Никот, никот. Это вот о, рамочки, как я делаю. Тут... А, иду. Я просто смотрю. Колпачки, маточники. Для вывода. Вот. Вот есть вот такие прикольные с резиночками. Для них, для джентера. О. Оригинал. 11.50. 11.300. 11.50. Всякие разделители, летучки разные. Летучки, звездочки, номерки. Номерки, карточки, проволока, держатели. Вверху он тоже разделители, гвоздики, щуточки. Так, что это у нас? Каточек, волна. Такой серьезный, 60 евро. Нейлоновые стедилки. Стамески. Держатели. Это, я так понимаю, ващина. Да, это ващина, вот такая даже. А 145. Ого, что-то она тут длинная такая. Это... Смотрите, ващина такая длинная. Это миксер. Миксер. Нож. Краники.
решеточка разделительная. Вот есть такие, как польские, ну потолще. Вот есть никот. Цена никот 500 на 500. Если не ошибаюсь, 4.30 где-то так. Вот есть металлические разделительные 7.30, 435 на 435. Много разных решеток. Здесь. Ну тут все для свеч. Тут, кстати, вот разные тоже какие-то. Не знаю, что это. Штучки. Ну, прикольные. Вот миксеры какие-то. Ну, вверху. Все для свеч. Наклейки. О, что вот это такое? Это декристаллизатор, наверное. Емкости. Непонятно. Женя где-то убежал. Воск. Ведро. Вот тут наклеечки. Красивые наклеечки. Тын-тын-тын-тын. Хомик. Магазин, который... Значки. Тут всякие соломины, это, конечно, много чего интересного. Баночки, наклейки. Тут вот нуклеусы. Маленькие. Денис, ты смотрел на биво, мини-биво? Фиговые? Я даже вот в рабочем. О, рамочки. А вот кормушечки. Это что, шестирамочники? Нет, это вот она, мини-плюс. А, вот они, да. Кормушка стоит. Рамочки разные, да, есть и такие. А тоже не наващенные, не это. Не покрытые. Не покрытые. Что тут еще есть? Рамочки разные. 61 цент деталь. Одежда. Да. Стекляшечки. Ну тут, я так понял, выбор очень. Все, что хочешь. Да, вот это я тоже такие покупал себе. Делал. Это тут все. Вина делать. Витамин В, желатины. Всякие пробочки вот в эти бутыля. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас напитки. Напитки. Напитки, кружки, корзины. Так, пройдемся дальше. Рамочки. Тут вся одежда, текстиль, перчатки, рамочки. Вот такие рамочки какие-то повязанные. Ульи в шип, классно сделанные, прикольненько. Опа, и так. Дно. Сетчатое дно. Конечно, качество изготовления прикольное. Разные подкрышники, крыша, я так понимаю, снизу. Да, крыша какая-то.
разновидности дна. Сетчатое дно тоже интересное. Одной рукой неудобно. Корпуса. Конечно, изготовление с фальцем. Красно. Крутяк. Конечно, изготовление я еще такого не встречал. Качество. Какое-то дерево. Гладенькое. Так, это у нас прополиса. Собирать. Это у нас что, холстики? Или не холстики? Вот, кстати, пленочка прикольная. А вот, кстати, тоже прополис собирать. Прикольно, прикольно. Сетки разные. Сетка такая, сетка такая. Сетки, сетки. Тара. Там, походу, склад. Где-то там. Тут вверху рамки. Спинополистирола что-то сделано. О, крыша. Крыши. Корпуса. Ведра. Короче, много-много-много чего. И тут так быстро нельзя пройтись и быстренько все посмотреть. Быстренько все отснять. О, это на дно, чтобы пчелки не отращивали соты на высоком дне. Перегородочки. Много разных приспособлений для нуклеуса. Вот есть для рамочек. И много разных тут. И такие есть. Интересные. И даже вот такие есть. Интересные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12. 12. Штук. Как насчет языка немецкого? Ты говорил, что не все понимают друг друга. А, язык, ну это как украинский с русским сравнить, или внутри Украины, или российско-белорусский. Короче, получается, вот я уже рассказывал, у меня зять, да, вот они в деревне живут, у них в деревне 800 или 700 человек. Короче, есть литературный немецкий, да, вот мы на нем разговариваем. Как бы вот Хессен, да, вот эта земля, она на нем разговаривала. То есть его понимают все. Этот язык, и вот книжки на нем, да, пишут, то есть по телевизору на нем говорят. Все. И получается, как бы, вот в деревне в этой разговаривают, вы знаешь, как вот в Ростове, допустим, села есть, но они говорят, мы не на украинском не разговариваем, на русском и на казачьем разговариваем языке. И также тут, то есть село может разговаривать на своем языке, но дети уже не могут на этом языке говорить, потому что, ну, все равно дети глобально общаются в обществе. А так вот региональный канал, допустим, Бавария, да, у них свой канал, то есть на каждой земле есть свой канал еще, ну, как региональный, да. То есть, допустим, киевская телевидение, там, допустим, полтавская телевидение, там, ну, одесская, то есть, ну, которая региональный канал. Не то, что там, ну, как кусок вставляет, а полностью, ну, как полноценный канал. Они полностью на своем языке разговаривают. А в Баварию поедешь, там все, суши, весла, там их вообще никто не понимает. Как бы каждая, ну, как... район вот этот, ну, как Германия, у них может быть свой диалект. Но они ни один не говорит, что у нас свой язык, диалект. Хотя там вообще ничего не понять. Тяжело, по языку тяжело, конечно. Мы поехали в Баварию, там капец. Можно было поспать 10 раз, я даже ничего.